Что ждете от конференции? Ну что, Вердуга, естественно, какого-то положительного момента. Здесь сложно что-либо сказать, надо менять устав. Понимаете, потому что устава много очень зависит, потому что результат зависит прежде всего от тренерского состава. Поэтому дать возможность тренерам работать в полную силу, без, чтобы никто не вмешивался, ни с правления, ни президента и прочего. Тогда будет нормально все.